Внимание! Говорит и показывает Москва. Шалом! Приветствую оркестр армии обороны Израиля. Оркестр создан в год основания государства Израиль в 1948 году. Коллектив выполняет особые задачи по обеспечению протокольных мероприятий и церемониальных ритуалов государственного уровня. Особое место в репертуаре оркестра занимают марш обороны Израиля «Мы принесли мир» и гимн страны «Надежда». Главный дирижер оркестра – подполковник Михаэль Яаран. В парадном дефиле оркестр сложил приветственное шалом. Шалом вам, дорогие зрители!
уважаем оркестр армии обороны Израиля. И говорим им лехаим, счастья вам, дорогие наши израильские гости.